Все зависит уже от того, как пойдет матч. Нет, просто дубасик, зачем использовать 2Б, когда есть 2-2Б? Все правильно сказал. Опа! И вот опа! И Грит хорошо сюхемился. Все хорошо сейчас сделал Грит, но там один какой-то маленький ударчик в этой комбе задел, и тем самым заив панишить не смог Грит. Прессит гвардбрейками. Так, тихо. Опа! Плюс. Не удалось отцепить, это килл, да. Это гарантия. Да, сукемился сет, но все равно этот дебагер попал по нему. И 2-2-Б. Что неудивительно. Так, лоу. И опять! Да что же это такое происходит? Черт, как рейдж. 2-2-Б фест. Я не могу! Я понимаю, что у нас серьезный турнир, но это... Нет, рингаута не будет. Ох, как он его просто на земле-то насувал ему. Да. Но удалось затащить. Да, пяточкой очень больно там побил, но все равно это не помогло Гриду выиграть раунд. И 2-2-Б. Да, вифпаниш, 2-2-Б. Опа! Поехали комбить. О, это рингаут! А, вот он какой был план у сета. Все ясно. И еще затаунтил тремя джазфреймами под конец. Да. И еще 2-2-Б. Ох. Сет, конечно, в огне у нас. Видимо, да. Не хватает по фреймам. И еще 2-2-Б. Опа! Ах, в неправильную сторону он степил 6-6-Б, а так бы смог бы запанить. Да, если бы в другую сторону степнулся, там бы не было этого, как его? Как трекинга. Его, да, трекинга вот этого. Так, опа. Сету, возможно, стоит включить Soul Charge. Так, тихонечко тыкаемся. Осторожно! Ой! И это вифпаниш? Да, это вифпаниш! Опа, да. Очень вовремя. Очень вовремя нажал сет кнопку. И просто разнес оппонента. Класс. Да. 10-2-2-Б из 10. Ох. Я не знаю, у меня слов нету. Да. Я просто могу только 2-2-Б сказать. Да, ну, ребят, ну что тут сказать? Ну, 2-2-Б. Так, ну что, Грит, у нас будет интересно что-нибудь придумывать? Сейчас посмотрим. Опа! Да, давай! Вперед! Золотой грох. Да, вперед! Поехали жиж делать. Ух, сможет ли он справиться с 2-2-Б? Ну, он же из аниме, он совсем справляется. Ему главное это, когда у него мало жизни остается, речь произнести такую, типа, знаешь, когда у него там про родных, там про братьев, про отца, и тогда он выиграет вообще легко. И пошел миксапить просто как демон. О, джиш. Неужели перфик будет? А где же випаниш был? О, хорош. Это... Да, вниз 4, ой, вниз 4 говорю, уже привык. 2К. Ох, смог сюкемиться, запорол комбу там сет. О, опять 2-2-Б. И 2-2-Б попадали в хит. Плюс. И что это за наглость от сета? А это панишабл, да. Что это за наглость от Грида? Он жрет 2-2-Б в лоб. Да. Опа, это хороший конферм. Эй, хотел в плюс 8 выйти, но не получается, потому что откатился. Сет, что? Кусочек. И лоудар. Это был своего рода нейтрал броском какой-то прям. Так, 1-1 у нас. Опа, жищ. Ненавижу этот литл хит. Да, больно. Так, хороший антистеп демонстрирует сет, но... Прочитано! Просто ответы на дохрена хп,
жрет тех трэп. Сейчас грид. Ох, это... какой степ от Сета! Да ладно! Треп. Будет ли рингаут? Да ладно! Да, это рингаут! Я не могу это поверить, это какой-то... Что происходит? Давай, за аниме! За аниме, за... За аниме и... Да, и двор. Стреляю в упор. О, два гардбрейка подряд. Все, все правильно. А, это комбица, ай-яй-яй. Есть солчардж. И поехали. Хорошо. Вот сейчас будет самый настоящий вообще. И он отстепил это 2Б. Фу, да. Телепортация. Солчардж от Сонгмины. 1Б. Успел заблочить, успел. 6-я. Есть бросок. Бросочек. Давай! Оттроллился Сет от этого удара с плюсом и просто ногой в лицо добил. Да, просто какая-то этот прям, на, такой, как дагестанец такой, ха! Уложил! Но в этот раз, в этот грид смог хотя бы подстричь Сунгмину. Да, это отлично получилось. Посмотрим, так, есть ли у грида еще один персонаж. Да, что-то аниме не помогает против 2-2-Б. Не помогает. О! Нет, ну, да, все-таки остался. Верен аниме. Нужно что-то придумывать. Уже на этом чаре у него не будет возможности поменять персонажа, потому что лузер пик. Если он проиграет, то он проиграет, а если будет выигрывать, то нет права менять персонажа по правилам. Да-да-да. Сет сейчас на очень хорошем стрике, конечно, используется. Да, но я тебе хочу сказать, что Грохта против любого чара очень неплохой выбор. Ну, в целом я согласен. Но если верить Белиалу, то Грох, возможно, не так силен. Ох, Little Hit! Да, может быть, оверрейтед. Ой, как же больно. О, что происходит? Черт возьми, грит отожрал просто все, что смог. Да, все сожрал. О, хороший вайл раннинг. А-а. Так, блочит все. О, реверсал лэш на ним. Да ладно, вот это апсет. Просто вифает реверс лэш, потому что Сандмина далеко откидывает. Да. И опять... Это волкомба? Нет, чуть не дотягивается. Ай, да, не получается лифпаниш сделать, и поехал. Уже можно свои плюса реализовывать. Миксап. Реверс слэш отпускает очень рано. Ох. Да, и пока что у грида не получается что-то. О, что? Как это вообще вышло? И опять грид рано отпускает реверс слэш. Так, есть. 6 АА. На степе. Опа! А вот и вифпаниш наконец-то. Плюс 8. Нажимает плюс 8. Сет. Автоги. Автоги! Хороший. Хороший комбат Сета и трэп. Это конец. Это килл. Да. Это будет килл. И это сетпоинт. 3-0. У Сета сетпоинт... Ну, короче, ты понял. Сет просто сет. Да.